Завтрак туриста. Поверьте, это будет вкусно. А, запотела камера. Не запостил, значит, не было. Доброе утро, страна. Что вам сказать? Ну, нормально все, все хорошо. Хотелось бы, конечно, лучше, но куда уж лучше-то. И так настолько все здорово. Вот, рыба. Да нет, это не главное. Главное, наверное, воздух свежий. Вот. Приятная компания с уважаемыми товарищами. Я же вас, Александр Владимирович, уважаю. Вот. Вы, наверное, меня тоже уважаете. Следовательно, мы уважаемые люди. Вот. Из песни слов не выбросишь, да, классик не зря так сказал. Вот. Что еще? Вообще все обалденно. Тетя Люся, привет! Тетя Люся, привет! Да-да-да, самое главное. Чтоб ты не жаловалась, тетя Люся, что тебе никто приветов не передает. Вот. Ну, сейчас это вкусим, чем Бог послал, и на водоем. На водоем там вот такие рыбины нас пищат, ждут. Нашлепаем, наверное, два ведра. Вот таких вот, вот. Вот такие два ведра. Вот. Чтобы не упястать потом было. А так, в принципе, чей. Ну, я говорить не умею, я слов не знаю. Я не буду ничего больше говорить. Кончай базар, короче. А, да, все, каша готова. Да, пойдемте кушать. Хорошо замерзли. Слышишь, а может оставим? Может их оставим? Да. Давай оставим. Здесь лежали. Чего? Просто раз, плохо. Ну ладно, хоть на горе. Ты не нажал случайно кнопку? Нет. Карбюратор пустой. Может, перемерзло что? Да отсохнет его карбюратор во веки веков! Ну, сейчас завелся и почему-то заглох.